Любовь это такая, когда вот приходишь друг к другу, нет, ходишь, потом вот видишь какого-то красивого человека, сердце подумает, а потом флип, и все, влюбилась, все. Кто сказал, что младенцы ничего не понимают в любви? Посмотрите на эту парочку. Вот оно, настоящее чувство. Прям с пеленок. А это любовь с первого взгляда. Шел по улице малютка, сердце ойкнуло, и все. Теперь, пока не поцелует, не отстанет. Это звонит она. Где же ты, любовь моя? А для кого твои гавки каят? Для кого твои сердца стучит? Чем ты делишь печаль? Мама, зачем мне такая любовь нужна? В магазине возит, песни покупает, на кубань не летает. Зачем мне такой жених нужен? А кто это? Женя такой. Тима, поцелуй меня. А этот парень решил сразить любимую эротическим танцем. Укатилась. Вот так раз и подкатил. Этих влюбленных друг от друга оторвать просто невозможно. Подожди, дорогая, я на секундочку, и потом опять продолжим. Какие чувства? Если вы не можете расстаться со своей половинкой ни на минуту, делайте как они. Он решил подарить любимой валентинку. Бери, дорогая, это тебе на долгую память. Владимирович, к своей пресс-конференции относится с юмором. Глава государства признал, что правительство... О, ужас! 500 толстых жирных тараканов! Ха-ха, двери-то заперты! К сожалению, иногда любовь заканчивается и приходится расставаться. Прощательный марш! Олечка, для тебя, которая рассказывает мне до сих пор, что меня любит. После того, как с другим типом за 2 дня замутила. Жила в моей квартире год, и тут такое глупое расставание. Ой, Олечка, еще сумочку забыла. Мне тут уже такси звонит. Успехов тебе, в добрый путь, любимая. А этому мужчине повезло меньше. Но его из дома даже палкой не выгонишь. Если ваша девушка расстроилась, делайте как он. Какая забавная игра! Ну вот, поменял лампочку, называется. Ты сидишь, иди посуду мой. Я правил, сам помой. Что не сделаешь ради любви? Как вскружить девушке голову? Учитесь! А вот девушке Кате несказанно повезло. Так попросить прощения может только по-настоящему влюбленный парень.